Всем привет, с вами я, Саша, и сегодня я буду играть в Master Builders на сервере Mineplex. И мне надо построить библиотеку. А как я это сделаю? Может, что-то типа лабиринта? Тут есть вообще книжки? Так. Слушайте, извините, ну правда хочу попробовать. Так, осталось 4 минуты. Библиотека, да, вот есть. Может, не знаю, какие-нибудь сундучки поставим. Вот это. Вот это. Можно флор вот так взять. Нет? Это не тут можно? В смысле, миксер. Вот. Ой. Я строить не умею, поэтому что-то типа вот такое. Я уже кое-что придумала. Смотрите. Вот тут вот такой человек сидит, у него тут вот так. Тут. Так. 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 Что за типа классно? Ну, типа такой. Так. Это вот так. Да, вот это и вот. Нет. А, тут других люков нет. Ну, ладно. Ну, тут можно поставить. Ну вот, бери книжку вот там. Дверь поставить. Строительство это не.
хотели. Так, ой, опять немного залгала. И мои глаза горят. Нормально. Ну, так себе. Библиотека есть. Угу. Я уже увидела. Это победитель? Серьезно? Торнадо? Блин, а как его построить? Может взять какие-нибудь там серые блоки? Например, бетонную шерсть. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, чтобы когда я выходила под видео, если вы хотите еще какую-нибудь игру, то пишите там. Сыграю в Варс или сыграю в Варс. Это Варс. Survival Games. Реально какое-то пробуждение джина или нечистая сила. Может еще сделать типа блоки, которые притягиваются. Странный аппарат немного. Чуть-чуть. Строительство это немного.
Во-первых, надо глину. Ну, это и нитка. Выглядит определенно странно. Может, тоже тут тоже разбросать. Так, так. Боже, что я сделала? Я не умею строить торнадо, да? На дерево похоже какое-то, но точно не на торнадо. В общем, сейчас поучусь строить торнадо. Так. Ну, у меня почти так же получилось, серьезно. А? Лагает. Спорим, мне такой же оттенок поставит. Тоже этот красный. Интересно. Всем ставят плохую оценку, ну типа красная. И чья будет лучше? А почему это замечательно? Почему это так себе? Ну, фиолетовый, желтый. Фиолетовый. У троих был фиолетовый. Спасибо. Прикольный этот. Они реально ему поставили отлично. О, ну вот, что-то типа похоже на мою. Ну ладно, старался. Прикольно, даже люди типа заслуживают. Я тоже что-то типа такого хотел сделать. Ну, прикольно. Ну, победил. Не, вот тут я поздравляю. Я на третьем месте. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока.